Февраль 2016 года. Съемочная группа «Анна Ньюс» снова отправилась с подразделением «Сукур-Аль-Сахра» на очередную задачу по освобождению населенного пункта Башуру от боевиков группировки «Джабхат-ан-Нусра». انت شوف الموقف هنا حتى عندك تحتمل باشورو небольшой населённый пункт, находящийся на севере провинции Латакия, вблизи границы Турции. Сперва мы прибыли во временный лагерь Сукур-Аль-Сахра, расположенный у подножия горного хребта. طريق صعب ما تعبوا هلق يا مشاري Здесь, нарядив боекомплекты снаряжения, группа разведчиков и штурмовая группа погрузились в БМП и выдвинулись на вершину горы, с которой планировалось провести разведку и последующий штурм Башуру. Прибыв на место, группа разведчиков выдвинулась в сторону деревни, а штурмовая группа осталась на вершине горы. В ходе разведки выяснилось, что у Башура находятся боевики Ан-Нусры, которые закрепились на сопках вокруг деревни. ما بعرف ما حبيبي الروم على الجماعه ما بعرف رجع لورا شو اريد الشاير اللي احنا ما راقبته لا لك اريد عم تربي انصابه قال لا رشقت لي قصي احسن والله بخرج دريت هنين كم واحد يا دريت؟ كم واحد هنين؟ Разведчики обнаружили и отметили огневые точки противника и дали координаты артиллеристам. Спасибо. Спасибо.
Позже разведгруппа заняла позиции вблизи деревни, а ночью и утром начала работу артиллерия, после ударов которой большая часть боевиков, понеся потери, отступила. Те же боевики, которые остались в деревне, без особого труда были выбиты штурмовыми отрядами Сукур-Аль-Сахра. Снова, благодаря слаженному взаимодействию разведки, артиллерии и штурмовых групп Сукур-Аль-Сахра, был освобожден очередной населенный пункт горной Латакии. Наши бойцы получили задачу освободить Башуру от бандитов и наемников. Они прибыли сюда и ждут следующую задачу. Следующая задача будет выдвинуться на следующий населенный пункт, занять вершины справа от деревни и двигаться параллельно сирийской армией, достигнуть турецкой границы и освободить сирийскую землю от бандитов. Мы желаем этим парням терпения и будущих побед. Новостное агентство «Анна Ньюс», Марат Мусин, Александр Петров, Александр Иванов, Олег Рюрикович, Константин Костет, Серега Дубайский.